Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики моего канала, и давай. Да? На табуретку встал? Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема. Ну, за кого же еще? Ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Булина! Где? Я тоже хочу. Наш чувак! За тебя, Артема! Ты уже готов справа, да? Сидящий. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Это да. Тебе в пору медаль дать. О, какая женщина. Нет, но есть патроны. Рыжая. Бесстыжая. Патроны? Тебя, да, да, беру. Спасибо, за ребят. За тебя. Давай, Томка. За тебя. Отлично. Угу. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Оу. Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. Мне в туалет. Точно. Срочно. Очень, очень сильно надо в туалет. За удачу. Опа! За тебя. В туалет! Ну, в туалет! Быстрее, пей, пей, идем! Мы не можем упустить такой шанс! Я очень рад, ребят! О, фу! Спиртяшка, что свинья! Надо. Спиртяшка, да! А ну... Что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира. Все, валим, валим! Вы видели эту женщину? На пианино! Вот, тот спирвертоц и бабушка, здорово! Все, пошли! Оно само играет без меня? Бармен, а иди домой. Пули я забрал. Не, мне не нужна дурь, я не по тем делам. Так, что у нас тут? Что у нас? Где тут? Что тут? Опа. Сейчас прокрадусь по ящикам. Ну давай, Тёма, ты что? Да что ж, почему я все время, когда нажимаю Shift, я все время хочу нажать Tab? Оружейное, собственно. Здрасте. Скидки, акции, здорово. Спеццена на оружие. Йоу. Что есть? Хороший выбор. Наконец-то у тебя револьвер. Приличная пушка. Револьвер с глушителем. Ублюдок с глушителем. У тебя... Да ну, нет, ладно. Спасибо. У меня пока круто. О, патрончики. Лучших специалистов. А сколько у меня пуль всего есть? Я бы очень хотел узнать. 16 пуль, маловато будет. Надо купить еще. На время хватит. Отличная сделка. Дробовик брать не буду, потому что не хочу. А это что тут такое? Тоже что-то продаешь, брат? С этим можно только выдать. Фильтры для противогаза. Помогает от всего. Угу. Это полезно. Аптечки есть, все есть. Кинжал используется как оружие ближнего боя или как метательное. Но кинжал я покупать не буду, динамит тоже. Не люблю гранаты. Фильтров хватает. А это что? Это типа бесплатно? Ну, естественно, нет. Так. Женщина, да, точно. Где женщина? Крутяк, вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау. Черт возьми. Я бы тоже хотел на ней покататься. Да, Артем? Я да. Тут ищет один человек. Патрончик, а? Вот там, в проулке. Я рад. Он такой большой, такой страшный. Да что ты говоришь? Похоже, от него нехорошо пахнет. Я помою его. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Да я и сам найду, малыш, но ладно. Спасибо. Пошли со мной. На здоровье, пойдем. Да, ты меня, наверное, сейчас 3 метра проведешь и все, да? Он к тем пацан. А, нет? Так, подожди, мальчик. Тесак тут не это? Не патрулирует? Все, пойдем. Идем, мальчик, идем. Ты такой маленький? Ого! Ты такой маленький, я бы тобой в футбол мог играть. Что ты прям действительно очень маленький. Что у тебя... Вот у всех детей тут какие-то ковбойские сзади банданки висят. Подвязки. Угу. Патроны. Плюс одна. Там же было 4. Собственно, ты, малой, твои услуги уже это окупились. Я бы не нашел никогда этот проход, наверное, и пульку вместе с ней. Угу. Вон он сидит. Угу. Ну ладно, мне пора. Пока. Ну пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Ты такой властный, ну ладно. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Хорошо, Бурбон. Пацанчик, у меня дельца есть. Пацанчик. А это грёбаная станция. Ты чё базаришь, фраер? Меня так просто не закрыть, много кто пытался. Много кто пытался. Тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует. Точно. Ну, значит, Артём, непробиваемый, называй меня так. По
Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Конечно, чувак, калаш! А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Хорош, мне все дают пули. Готов? Не-не-не, еще нет. Нет, не готов. Давай, по-бырому только. Окей, базаришь за калаш с тобой хоть на край света. На самом деле, я бы тебя просто прибил за этот калаш, веришь? Но игра обязывает меня соблюдать кое-какие правила. Так, у меня еще 31 патрон, на самом деле. Я бы очень хотел револьвер, вот тут гигантский. Я очень хочу гигантский револьвер. Тут ребята, видимо... Вот ты вообще себя не очень хорошо. Это уже зомби. Это уже просто зомби. Как закрыть? Можно вас закрыть, пацаны? Нет, нельзя, наверное. О, это такая жесть. Не. Видимо, тут тоже дела не очень. Черные здесь побывали. Так, а вон пацан пошел нищих домогать теперь. Здорово. У кого-нибудь есть проблемы? Это типа означает, что дверь закрыта? Ну ладно. Мне показался наш старый знакомый дед, но нет. Наш старый знакомый дед сейчас синячит. А женщины нет? Кстати, да. Я вот с единственной целью, с которой я вышел с бара, это женщина. Что это? Ферма. Свиней разводят. Нормально, блин. Вот там еще, я на той стороне станции не был. Как дела? Смотри, ребята, у вас... да тут у нас настоящий... Дайте пару пулек. Одну пульку. Господи, не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Только ради вас, ребята, смотрящие этот ролик. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Да ты прям... Господи Иисусе. Да вы охренели! Я сейчас все пульки раздам. Спасибо. И плюнул дайте на нее. Пару пулек. Одну пульку. Опять? Не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Если сейчас нажмет опять Е, то я... Не, пацан, все. Иди, иди, отдыхай, гуляй, развлекайся. Так, вы меня не пропустите. А женщина там есть? Ну-ка, зорким взглядом. Оп! Нет, женщины там нет. Очень жаль. Так, я бы хотел к начальнику станции. Он выглядит прямо как мой отец. Ну как, не настоящий, а, ну вы поняли. Пуль я, в принципе, уже закупил. Пошел я к бурбону, погнали, что нам тут еще ловить-то. Ну вот разве что здесь наверх заскочить. Эти, ну давай же. Вот стоц, перевертоц. Что-то мне эти песни прям доставляют. Проползти как-нибудь туда. На самом деле, я здесь заджампить могу, просто нифига. Тут, видите, невидимая стена, так что наверх не получится. Очень жаль, что не получится наверх. Я сойду. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним договоримся быстрее. Точно! Сколько? Сегодня льготные цены на любовь по студенческим. Сколько? Неважно. Моя машинка не выдает чеки. Не страшно. За монетку? Тогда пойдем за... Я две монетки нищим отдал. Нищие, дайте мне деньги. Скачком, ковбой. Jesus Christ. Надо запись прекратить, наверное. А теперь закрой глаза. Тебя ждет сюрприз. Зачем ты закрыл глаза, придурочный? Сейчас отмудохают. Ожидаемо. Ну как так? Я... Закрой глаза... Ну ты лох, Тёма. Вот дебил, все же знают, что к Снежане ходить нельзя. Она ведет себя не как проститутка, а как жена, отбирая деньги и без всякого секса. Ограбили, да. Снежана сейчас затерпит. К Снежане, говорит, ходить нельзя. Ага. Снежана здесь и будет висеть. Так, на этой станции начинается... Вот, значит, и домик, да, типа. Вот этим ножом я ее сначала вспорю. Балалайка. Сыграю над ее трупом. Мне нужна веревка. Где ты, мать твою? Снежана, мы сейчас с тобой не закончим. А здесь, типа, вообще ребята, видимо, живут. Лампа розовая, мило. Еще раз над ее трупом. Отлично. Интим.
Хоть за свет заплатит. Ну, ее я уже, естественно, не найду, да? Я бы, конечно, хотел, но... Где Снежана? Бурбон, ты должен знать, где находится Снежана. По студенческим. Сучка! Да как она могла? Войду в бар. Точно там. Она опять, наверное, там тусуется. Станция маленькая, ей больше быть негде. Может, бомжи, она точно, она нанимает нищих. Не-не, даже не брать не надо, вот. Нищие, во-первых, отдайте мне деньги. Иначе я за себя не отвечаю. Стерва рыжая. Никогда не ждите от рыжих добра. Мужики, тут рыжие. Тоннель до проспекта Мира закрыт, но местный патруль проводит нас через пару. Не проходило, нет. Пока что можешь пошляться. Пулька. О, все пули стырили. Винты позорные всю жизнь покоцали. Давайте зарабатывать на жизнь музыкой. Я стал так слаб. Нет, не будем. Это слишком долго. И денег не дают. Знаешь, кто такая Снежана? Подайте патрончик. Иди домой. Подайте патрончик. Подайте патрончик. Покушать хочется. Ну, малой, блин, меня, у меня отжали все. Спасибо. Пожалуйста. Бурбон, пошли убивать людей. Нас предали. Все нас предали, Бурбон, меня и тебя. Ну, меня-то вряд ли. Точнее, тебя-то вряд ли. А вот меня предали прямо как надо. Приготовься к скачкам. Сука. Кто ты? Ты знаешь, где ее найти? Давай поговорим. Побазарим? Нет, ты не знаешь. Страшная кукла. Так, что-то я затусил на этой станции, на самом деле. Все, Бурбон, отчаливаем. Ну чё, готов? Да. Да нечего сидеть в этом навозе. Согласен. Шей кормить можно и в более гламурных местах. А еще я сегодня остался без секса. Так что я вдвойне готов убивать людей. Пошли, Бурбончик. Нет, с тобой не хочу. Пойдем. Слышь, это нормально припаком, гораздо круче меня. А у меня и дробовик остался от того этого парня. Говорит, на мой дробовик. Я и с концами, я такой типа оп, и не было никого дробовика. Блин, это меня гопнули вообще. Печально. Владимирский централ, ветер северный. Слушай, а ты прям вообще нормальный парень. Сердце, мертвый груз. Тяжкий груз или мертвый груз, простите меня. Фанаты круга. Я про паровоз умею. Ну давай, Бурбон. Постой, паровоз. Не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Бурбончик, нажми на тормоза. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Скорее мутный. Идти с ним вместе в заброшенный туннель глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Не было. Because I'm Batman. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков, блядь. Пошли. Я парень отчаянный. Мне терять нечего. У меня главная цель в игре теперь Снежану просто найти. Вон, смотри. Черный. А, это просто кикимора. Они на отряды не типа крыса? Никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Это ж типа крыса, мужик. Типа крыс он такой. Мне показалось, он в экзоскелете. Здрасте, здрасте, здрасте. 19 денег. Ну все, уже почти отбился. Бурбон, я пошел, у меня там нищие. Нищие ждут меня. Странный звук. От земли что ли идет? Или это ветер? Чувак, это же заброшенный туннель. Слыхал истории про поющие трубы? Точно. Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться,
можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Да, нихера не слышу. Ты никого не забыл, бурбончик? Быстрее! Типа, это, ну, такая слабая крыса. Что у нас тут? Ничего, например. А в кабине что, не принято смотреть? Вон, видишь, пулька. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все шмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь на стрёме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. Тут чемодан. Дело в том, что... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень парни. Братишка, тут просто куча всяких вещей, мест, которые нужно как бы... Ну... А вдруг здесь гаусс-пушка, я ее пропущу. Не зацепи, говорит. Но, я ловкий как кот. Ты не ссы. Я на опыте, парень. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Подожди, брат. Что, еще один ублюдок? Да нет, спасибо. Можно обезвредить? Бля. А, это ты там копаешься? Неплохо. А можно как-то обрезать там? А, вот и пули, собственно. Ну-ка! Оп! Оп! Заплевать я хотел. Тихо, Шар. У нас гости, кажется. Ты давай в угол заныкайся и смотри, как профи работает. Ну давай, показывай. Я даже тебе свет погасил. Владимирский Централ, ветер северный. Когда я банковал, жизнь разменивал, но не очко обычное. Обращайся. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Революция, да. Давай, обезвредь постовой. Врагу не сдается наш гордый варяг. Слышь, как я их должен по-твоему... Блять! Тихо! Слушай, Бурбон, сейчас будет замес, я тебе отвечаю. Ну, ожидаемо бы, по-моему, да? Здрасте. Что-то меня прям прохарасили в упор нормально. Обезвредь, говорит, часовых. Да, бурбончик. Обезврежу всех, кого скажешь. Ну, слушай, прям это у моего пинвольного гана точность лучше, чем у ублюдка. По беспределу? Это я тут по беспределу занимаюсь, а не эти. Ну, вообще точность, пистолет есть? Нифига себе, меня лупят. Кто-то наглец, по-моему, вообще. Еще и толстый такой. Jesus Christ. Call of Duty Style, словили пуль, посидели. Там в голову уже попал. Ну, ладушки, а ладушки. О, тоже удачно пошли потом. Да ну вы издеваетесь. Йоу. Опа, Rusher Style. Опа, бэк назад. Не тут, потому что без шансов. У всех ублюдки, блин, дайте-ка. Я, конечно, очень рад, что борьба и все такое. Аптечка на H, наверное, на F. Аптечку, ребята, я извиняюсь, сейчас я подгляну очень быстро.
быстрее, чем вы скажете слово огурцы. Огурцы. Все, раз. Бам! Нормально. Давайте я. Да с... как так? Привет. Ну я прям вообще патронов не жалею. А стоило бы. Ничего не вижу. Нихера себе так. Окей. Мы пойдем другим путем. Хватило? Надеюсь, что да. Неточный, никчемный, галимый ублюдок. Ну то тебе хватит, я думаю. А теперь мое любимое занятие — лутать. Баночка. Видимо, эту миссию стоило походить по стелсу, но я там наступил в стекло, потому что увидел что-то, и не пошло у меня, короче. Но у этих парней тоже, видимо, не пошло. Бурбон, ты что, уже без меня дальше пошел? Я еще не закончил. Я никуда не пойду, пока не залутаю что? Пока не залутаю все. Что есть? Ничего нет. Маски прикольные, хоккейные. Ого. Вот это хорошая находка. А это что, типа дробовик? У меня типа такой же уже есть или что? Судя по всему, да. Я бы с удовольствием... А, мне вот можно поменять. Рельса. Мощное оружие. Левой кнопкой стреляет металлическими шариками, правой кнопкой электрошоковая атака. Быстро заряжает батарею. Высокий заряд R. Ничего не понял. Ладно, в комментариях напишите, хорошо. Пока не буду рельсы бить. Ну, типа рейлган, походу. Чё, бурбончик, заходим? Давай потихонечку. Нас предали, бурбон. Еще. На раздачу. Я с детства никогда пиздулей не боялся. Ходил, улыбался, нормально развивался. Я встречался с ней, с милой девушкой моей. Но однажды ее парень надавал мне пиздулей, лей-лей. Да она тоже о другом так. Заходим, Брубон, давай, теперь ты идешь первым. Ты вообще что за балласт? Я у тебя и так калаш отжать могу. Окей, у меня все прови... А, так надо. Мост! Я думал встретить на своем пути мутантов, чудовищ. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Так-то да. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Если это все уровни помечены в метро, то я думаю, много. Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там, мне еще жить охота. Окей. Я постараюсь не выделываться. Что за мать твою? Мыши летучие? Бывает. Ух ты. Видимо, у меня такой же. А, нифига себе, револьвер стреляет золотыми патронами. Вы что, не-не-не. Окей. Г, я помню. Патрульщики. Черные? Папа пришел. То есть ты называешь меня мамой? Короче. Что ты тычешь меня, черный? Не вопрос. Постреляю с рельсы. Уж больно она какая-то, походу, прикольная. С лазерным этим указателем. Аптечку, что ли, съесть? А может, я как-нибудь сам полечусь? Не?
Видимо, нет. Очень жаль. А нет, видимо, полечусь. По итогу. Проверяем рельсу. Вот так, неплохо, да. Боевая дрезина, ганзы. Не понял я. Артём, не стреляй! Это по нам лутят? Да, это по нам лутят. Я бы мог убрать его. Нет, 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 верни назад. Долго будем сидеть? Ай! Что за нахер? Что происходит, мужик? Нужно бежать? Оп. Ты зачем, бля, это делаешь? Я? Я, мать твою, ничего не сделал. Правой кнопкой нажал, попытался там, думал, зарядить этот рейлган или что еще. Если они восприняли это как стрельбу или как палево, вы уж меня извините. Домой. Какого хрена, чувак? Ты же не хотел только что умереть? Они прыгают как черти из табакерки. Пыщ-пыщ-пыщ. Ублюдок решает. С вас, естественно, пуль мне не дождаться. Да кто вы такие, мать? Я бы там еще по низу прогулялся, но ладно. Пойдем, Бурбон. Только ты и я. Я и ты, Бурбон. Ну, естественно, мать, удачи. Нет, да вперед надо было. Пошли. Кто ж мне доктор, надо было... Мать его в бога душу. Да скажешь, Бурбон, как в лужу пукнешь. Так. Ай, давай. Бежим, 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 бежим за мной слежка. Хорош. Окей, еще варианты. Где мои пинбольные шарики? Чисто рейлган. Если к нему патроны можно покупать, а то его сейчас весь просру. Видит бог, я чесал нос. Ладно. Ничего страшного, с последний контрольный чекпоинт есть же, все. Ганзы ищут бандитов. Так мы ж не бандиты. Блин, мы уже здесь были, брат. Дальше что? Ой, короче, я вернусь, когда добегу до того места. Так, ну я вернулся, мы вроде бы отстрелили товарищей и... да, больше сюда не упаду. Потому что сейчас... Надо прямо сейчас нас... Блин, захотелось, на самом деле, почесать нос снова. Ничего, ничему жизнь не учит. Это что? Ублюдок? Он мне не нужен. Бурбон, ты мне калаш должен, если что, ты помнишь? Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая. Засада зугав. Ну и хрен бы с ним. За мной! Ну, пойдем. А, дело в том, что Бурбон, похоже, меня прямо как Снежан накиданет. Закрой глаза. А, ну да. Ты уже полез, что ли? Ну пошли быстрее тогда. Не люблю я замыкать. Ой, там черных много, чувак. Давай прибавим быстрее, да. Ходу, шмыга, ходу. О! Повезло, что он перепрыгнул ее. Да они все... Бурбон, ты никого не забыл? Нормально. Бахнуло, похоже. Проспект Мира был всего в паре сотен метров. Но Бурбон предупредил, что дорога идет по затерянным катакомбам. Ну, собственно, в затерянные катакомбы мы пойдем уже в следующей серии, поэтому
Господи, я, по-моему, очень долго уже проиграл в этой серии. Но зато мы и на станции были, и с Бурбоном поместились. Было весело, надеюсь, вам понравилось. С вами был Шустрила, и до скорых встреч. Доброго ППСа, пока-пока.